Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Неожиданный свидетель ночи смерти Мурата Шахина, рыбак Ариф, становится жертвой убийства, которому придают вид автомобильной аварии. Его последние слова посеют сомнения в уме Демира. Мете постепенно начинает реализовывать свои планы против семьи Акдор при помощи своего брата. Джем находится в беде из-за Эйче. Мехмед, ищущий своего потерянного брата, представляет большую опасность для Верды, с которой он сталкивается, когда приходит в особняк Эфе, которая спасает Верду от рук Мехита, получает травму. Беспокоясь об Эфе, волнение и помощь Верды приводит к эмоциональной близости между ней и Эфе. Эти мгновения предвестники большой любви. Узнав, что Демир утвердил форму заказ Мелек и одобрил производство, Туна устраивает бурный скандал. Гнев Туны достаточно велик, чтобы заставить Демира принять решение о разводе. Денис, которая пережила трудные моменты, приводит прекрасный день с Джемом. Но она поняла, что больше не может терпеть это давление и решила уехать за границу, так чтобы никто об этом не знал. Новый ход Мите, который узнает об этом решении Денис, произведет в особняке эффект взорвавшейся бомбы. А посмотреть шестую серию турецкого сериала «Соколиный холм» вы сможете уже 28 декабря. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!